Друзья, всем привет! Сегодня 27 июня, а это значит, открылась вторая часть китайского ивента. Давайте посмотрим на нее. В прошлом видео про китайский ивент я рассказывал, как забирать награды. Первая его часть, которая продлится у нас до 4 числа. Эти монеты можно будет уже тратить на новом этапе китайского ивента. Но если ты вообще не в курсе, что за китайский ивент и как лутать награды, можешь посмотреть видео «Всплывающие подсказки». В общем, выполняя все миссии китайского ивента, мы забирали по 10 монет. Эти монеты нам разработчики предлагают потратить на втором этапе китайского ивента. Для этого будет необходимо нажать на иконку с монетами, стрелочкой на нее показываю. После нажатия откроется новая страница, в котором вам предложат выбрать персонажа. Женский или мужской, здесь сами выбирайте уже. Выбрав женского или мужского персонажа, лутать вы будете женские или мужские скины. На этой странице будет видно, что ивент будет идти до 17 октября. И награды можно будет еще залутать на протяжении нескольких месяцев. Ну а пока покажу перчатки, которые я забрал из первой части. Они же нам будут предлагаться и во второй части. Но здесь надо будет времени потратить на них намного больше. Костюмы для мужского и женского персонажа, как я понимаю, расположены слева и справа. Стрелочками на них укажу. Но это мое предположение. В самом ивенте пока что это не показывается. Как же вам предлагают разработчики потратить накопленные монеты? У нас есть своеобразная рулетка. Чтобы крутануть ее, нужно заработать 100 монет. В этой рулетке дается возможность забрать кейс. Содержимое мы его посмотрим. Также 100 джикоинов, купоны контрабанды, ну и временные скины. Как мы видим, я набрал 90 монеток. Пока крутануть еще не хватает нам. Но можем посмотреть содержимое кейса, если он выпадет. В нем есть два скина на М416. Оба эти скина у меня есть, я их покажу. Также здесь предлагается забрать скин на Миньку, ну и два скина на Скорель, один из которых у меня имеется. Второй, увы, показать не могу, в связи с его отсутствием. Ну а далее мы можем забрать эмоцию, как я понимаю. Ну и еще здесь предлагается забрать перчатки, которые, я думаю, дешевле забрать из первой части. Все остальные скины нам будут доступны в августе, в сентябре и в октябре месяце. До августа, кажется, еще далеко, но если вспомнить, что дается в день по 10 монет, то собирать уже можно сегодня начать. Какие миссии у нас будут в китайском ивенте после 4 числа, расскажу позже. Но пока что мы видим, что здесь можно будет забрать перчатки. В августе будет доступен P90, ну а также верхняя часть костюма. В сентябре головной убор, ну и куртка, наверное. Штаны и ботинки в октябре месяце можно будет забрать. Такой долгоиграющий ивент, будем следить за его развитием. Ну а задание, которое будет после 4 числа, узнаем позднее. Пока что это неизвестно. На этом видео будет заканчиваться, а я с вами буду прощаться. С вас, как всегда, лайк, подписка, комментарий. Всего доброго, друзья. До свидания.